Саламат Сатарма Достар. Сегодня 5 июня 2022 год. Я Акишева Айжан, как и все активные граждане нашей страны, сходила на фальшивый референдум и проголосовала против. Поставила отметку «нет», так как я не верю этому кровавому режиму, который в январе 2022 года расстрелял своих мирных граждан, которые вышли с требованиями. Поэтому тем, кто желает перемен в нашей стране, я прошу присоединиться к нашей инициативной группе «Алға Қазақстан».